Друзья, привет! Сегодня у нас вторник, 12 июня. Время где-то начало 7. Даже можно сказать, ближе к 7. Сегодня поздно выбежал. Завершено километров 5. Длительность 26 минут и 54 секунды. Средняя скорость 5 минут 22 секунды на км. Короче, тестирую шагомер и GPS. Счетчик хочу сравнить, но это не сегодня, где-то в конце недели, наверное, подведу итог. И два разных девайса, в чем смысл. Всем пока-пока, занимаемся спортом, всех благ, мира, здоровья. Салют, друзья.